Минулого тижня троє самотніх татусів зустрілися зі своїми нареченими. Саша. Марина. Круто виглядиш. Спасибо большое. Меня зовут Леша. Юля. Стильный, хорошо одет, ухоженный. Очень красивая голос. Такая талантливая, творческая девочка. Меня зовут Гриша. Виктория, это вам. Ой, большое спасибо. Никогда не получал подарков от девушек, тем более на первом свидании. Он подарил цветы, подал руку, это проявляет его качество как мужчины. Джентльмен, что есть плюс? Їхні характери та погляди на життя збігаються більш ніж на 70%. Однак не всім вдалося розгледіти це у перший день. Розкажи о своїх отношеннях. На свидання ходила много. Тобто не дівчинка. Лёше стоило подумать все-таки над своим поведением. У меня консервативное воспитание. Было бы более комфортно, если бы я не оставалась ночевать у тебя. Ну, мясо и рыбу я не ем. Я считаю, что человек абсолютно травоядное существо. Я считаю, что это просто глупость. Для мужчины и для растущего мужчины должно быть мясо. Я своих детей не хочу кормить мясом. У меня есть сомнения, это ли эта женщина, которую я хотел. Я не смогу строить семью, когда настолько разногласен. Это будет проблема, я это понимаю. Сьогодні ще один самотній татусь отримає шанс на щастя. Привет. Меня зовут Андрей, мне 31 год, и я отец самого крутого ребенка в мире. Всем привет, меня зовут Алистав, и у меня самый улыбочный папа. Я ожидаю увидеть девушку, которая мне понравится. Спортивненькая, с большими глазами, с красивыми губами. Добрый день. Добрый. Ой, матов было много. В них буде цілий місяць, щоб визначитися, чи готові вони надалі бути разом. Та цей тиждень для деяких стане справжнім випробуванням. Давай поіграємо в цю штуку. Какой белес? Юг. Противоположность. Запад. Противоположность. С ней не о чем разговаривать. Ну, я надеюсь, папа это все увидит. Я хотел бы понюхать тебя. Я так чуть-чуть слышу запах. А я могу так пошевелиться, и ты шлейф почувствуешь. Класс. Да? Да. Открыла пухи, как и я. Да? Да. Я бы это не сказал чисто из-за того, что, возможно, это некрасиво. Я приготовил ей сюрприз, после которого она будет ночевать у меня. Стой вот так вот. Можешь чуть-чуть приоткрыть, но не открывай. Чуть-чуть. Можешь открывать глаза. Что, больше любишь, лобстер или устрицы? Честно говоря, я не пробовала ни то, ни другое. Знаешь, что это на втором месте афродизиак. Сегодняшняя поездка в магазин, испытание для Марины. Мне интересно, как она на кассе ощущается, что там будет выкладывать, если не этот, если не хватит бюджета. Ну, ты так приблизительно подсчитываешь, да, что тут? В голове калькулятор встроенный, ну, по-твоему? Ну, ориентировочную сумму хотя бы, но ты, наверное, должна подсчитывать. То есть он, наверное, ждал, что я реально сейчас сяду, буду каждую циферку писать, но я не знаю. Дивіться просто зараз. Утро началось с кофе, бутербродами, которые сделала Марина. Ну, у нас реально не было еды, кроме колбасы и сыра, которые я купил. Казалось, она всего этого не ест. Ну и нам в любом случае нужно было поехать в магазин. У меня после этого пропало настроение, прямо потому что я осталась голодной. Сегодняшняя поездка в магазин – это, скажем так, испытание для Марины. Я бы хотел вынести такие заметки для себя. Как она распоряжается финансами? Умеет ли она вообще выбирать еду?
по подбору продуктов в магазине это будет видно. И учитывает ли она интересы при покупке еды мои и ребенка. Что давай ты, начнем пока с мяса. Сосиски ты хотел? Да, я их люблю. Тут уже сами, ребят. Я понял. Тут предоставит она. Давай такие одни с сыром, одни без. Да. И сыр. Сыр? Да. На, по-моему, на право. Сыр? Да. Да. А ты сыр ешь? Сыр это же не мясо, что, не? Ну, не ем. Не нравится вкус? Есть много, короче, книг о том, что молочная продукция очень вредна для здоровья. Они взяли, конечно, все сосиски, они взяли сыр, но ладно, я ж никого... Тем более, мне не придется их готовить, мясо отрезать. По-моему, вот там может быть соевое мясо. Я не против попробовать эту вегетарианскую еду. Эту... Ну, наверное, вегетарианцы как-то умеют это готовить. Ух, ничего себе, приятно. Не каждый мужчина далеко так, на такое пойдет и такое скажет. Это очень круто. Попробуем, посмотрим. Я не уверен, что я был бы готов питаться так, как она, но попробовать я бы мог. За пару дней ребенку ничего не будет, если он будет питаться как вегетарианец, скажем так. Мы возьмем гуляш. Это будет еще это хотел. И фарш. И все. А это что? Это фарш. Сделаем. Понял? Все будет. Не переживай. Оно похоже на сухари, тертый хлеб какой-то. Не знаю, как это будет на вкус, но выглядит оно откровенно. Сделаем спагетти, короче, с фаршем и с сыром. Поэтому, я да, спагетти будет делаю. Круто. Ну, с таким фаршем и с необычным сыром. Все, пошли. А вот это может такое. Цветочки? Ну. А если тебе не пойдет? Не надо, пап. Давай, согласен. Я не вижу. Подожди. А что ты ищешь? Что? Давай я тебе помогу искать. Куркуму какую-то, кариш. Мы ищем куркуму и... Куркушу? Не знаю. Вот это типа мясо, прикинь. Гуляш соевый. Это гуляш. Я не знаю, как на этом можно прожить вообще день. Питательность всего того, что было куплено вегетарианского. Не знаю, как это будет на вкус, но на вид это откровенно никак не выглядит. Мы пришли на овощ. Ну давай, это твоя... Моя? Да, стихия, то тут я полностью доверяю тебе. Я просто постою и не буду тебе мешать. Все, мне бы этого было достаточно, но нет. Знаешь, как проверять? Как? Вот ты берешь этот огурец, вот смотри, вот потрогай этот. Папа. Вот этот вот плохой. Знаешь, мягкий, почему? Да? Он мягкий. Вот этот вот потрогай. Вот по этому критерию и выбирай. Мужчина, мне кажется, тоже так. Мягкий, плохой. Я шучу, господи. Никогда в жизни не знала, что надо брать твердые огурцы. 25 лет узнала, что надо брать твердые огурцы. Ну, то есть это смешно. Я понял, что она берет не то, что нужно. Я потом за ней перепроверял, что мы брали там, ну, втихаря там уже в корзинке, чтобы она не расстраивалась по этому поводу. Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. Привет, меня зовут Андрей, мне 31 год, и я отец самого крутого ребенка в мире. Покажи мне, как лев рычит. Всем привет, меня зовут Алистав. И у меня самый улыбочный папа. Еще? Давай. Еще. Папой быть кайфово. Аристарх очень импульсивный, очень активный, очень веселый. Поднимает настроение всем вокруг, зажигает все. Если где-то даже вот я загрущу, то он это все исправит.
Арчик, твои девочки в садике. Я ловилась, я бабник. Потому что я крутой круче папы. Жизнь без Аристарха не представляю. Нет. Я переживаю только за то, что как он воспринимает то, что мы не живем вместе с бывшей супругой. Я думаю, что Аристарх, как любой ребенок, хотел бы, чтобы мама с папой были вместе. С Аристархом мамой мы прожили больше 10 лет. Начали вот сдвиги какие-то происходить где-то, может быть, несколько лет назад. Не всегда устраивала бывшую супругу, что я был часто в командировках. У меня есть несколько партнеров. Занимаемся производством продукции из натурального камня. Я занимаюсь поиском клиентов за границей. Встречаюсь, вижусь. Ее недоверие было безосновательным. Я не давал поводов, чтобы она мне не верила. Мы ссорились, мы конфликтовали. И мы не хотели, чтобы Аристарх это слышал и видел. Потому что накаленность эту, я думаю, что он чувствовал. Мы не хотели, чтобы оно на него переносилось и чтобы он страдал. То мы как бы приняли решение разойтись. Какое-то время я пытался бороться за эти отношения, а в какой-то момент эти усилия начали остывать. Хочется уже поставить точку. После того, как мы разошлись, прошло уже больше года, я хотел бы, чтобы мы продолжали свои отношения в дружбе, чтобы на это мог посмотреть ребенок и увидеть, все нормально. После того, как мы разошлись, мы стараемся вдвоем воспитывать ребенка. Я наладил свою работу так, что много времени я могу работать в телефонном режиме и проводить время с сыном. Сейчас я готов уже к новым отношениям. Чувствую, что мне чего-то не хватает, что хотелось бы чего-то большего, чем быть одному. Вот и ничего. Где? Вот. Я помогаю папе смотреть на баб и оценивать. Папа без меня ничего не может делать. Приходится ему помогать. Я обязательно буду учитывать то, что он говорит. Если моей будущей девушке и Аристарху будет некомфортно вместе, значит, эта девушка не будет рядом. Я хочу, чтобы у него была девочка, которая его будет любить. Нам все будет вместе хорошо. Я хочу, чтобы папа сильно был счастливым. Я ожидаю увидеть девушку, которая мне понравится. Я надеюсь, что она будет спортивненькая, с красивой фигурой, с большими глазами, с красивыми губами. Красивый голос должен быть, приятный запах. Запах для меня очень важен, потому что есть запах, который притягивает, а есть запах, который может отталкивать от человека. Привет всем, меня зовут Наташа, мне 30 лет. Я из очень крутого города, Черноморск. У меня есть сын. Я его обожаю. Меня зовут Витя, мне сейчас 9 лет. Моя семья – это мама и я. Моя мама добрая, веселая, красивая. Я люблю свою маму очень-очень сильно. Тебе. Ой, класс. Все, очень льстит, конечно, когда говорят: «О, такой взрослый ребенок, я такая молодая мама». Люблю эти комплименты. Любим проводить вместе время, дурачиться даже. В телефоне фотографии одни с такими перекошенными лицами, язык или что, селфи, еще что-то. Мы живем с ним, получается, одни с 4 лет. Я когда вот жила с бывшим мужем, мне казалось, я как будто не свою жизнь проживаю. Все началось в декрете. Это болезнь, игромания.
Его это жрало, и поэтому он сверху поливал это. Он мог выпить, и от этого как бы агрессия. Как домашний тиран, он придет с работы. Опять начнутся скандалы, что-то не так, что-то я это не так сделала. Это настолько уже все вот припекло. И был такой период, что мне казалось, что он плохо влияет на Витю, и я немножко оградила его. Мы общались так сухо. То есть у нас ни секса не было уже. Я подала на развод. Через 2 года, как разошлись, произошла автомобильная авария. Выехала на встречную, а когда узнала, я как раз была на работе, я бросила все, поехала в реанимацию. Мне его жутко жалко было, что произошло вот так, что он лежит сейчас. Поломался позвоночник, не ходил. Он не сидел даже. Я приходила домой, я плакала. Он не чужой человек, он отец моего ребенка. Витя воспринял аварию как-то настолько взросло. Он до сих пор думает, что это какой-то период, который просто надо пережить. Он думает, что папа будет ходить, что папа пока просто болеет. Время проходит, и как-то так все легко, да? Он понимает, что по отдельности он получает внимание от меня, от папы. Но он хочет жить в семье. Потому что он мне говорит: мам, я хочу братика, сестричку. Он говорит: ну когда ты же найдешь себе мужа? И я хочу, чтобы человек, с которым я буду, чтобы Витя воспринял его. Так как это мужчина с ребенком, я еще хочу, чтобы наши дети подружились. Мне нужен родной человек. Мне нравятся татуировки у мужчин на руках. Оно как-то еще добавляет, что он такой, ну, какой-то сильный, что ли. Хочу просто на ручки уже. Проект начался, и мне нужно ехать к мужчине. Я вначале думала приехать одна, оценить ситуацию, а потом позвать Витю. Но теперь не хочу. Мой ребенок сейчас в лагере. У Вити аллергия сезонная. На амброзию, полынь. Поэтому мне надо остаться дома, мне нужно быть с сыном. Я попросила свою родную тетю, ее зовут Галя, она живет в Киеве, чтобы она передала письмо моему жениху. Добрый день. Добрый. Ой, матов было много. Сегодня утром я проснулась рано. Гриши нету дома. Дианка еще спала. Маринка не ночевала дома, была у тети. Я вижу в доме, я одна. И я решила поговорить по телефону с сестрой о своих переживаниях. Он не живет в Украине. Он живет в Израиле. Взял меня. Может, там ты сюда приезжать и помочь мне такой. Завидный, говорит. Это еще нужно поехать в Израиль и посмотреть, как он там живет, чтобы понять, завидный он жених или нет. Там разберемся. Ну ничего, давай посмотрим, что будет сегодня, сегодняшний день, что покажет, потом будем уже делать какие-то выводы с тобой. Конечно. Сестра говорила, что нужно выдохнуть, прощупать и узнать его побольше. Потому что я очень эмоциональный человек, мои эмоции идут впереди меня. Пошла. Потом проснулась Дианка. Посидели, пообщались, как бы такие на общие темы. Что, папа ушел? Прихожу домой, сидит Диана с Витой. В общем, походу, она завтрак не приготовила. Ну, вот такая вот хозяйка. Она взяла себе бананы, налила воду.
Села демонстративно есть. Меня никто даже не спросил, пила ли ты чай там или кофе. Я не буду готовить завтрак, потому что я в гостях. Если ко мне приходят люди в гости или ко мне приезжают жить, то я с утра встаю и все уже сделала. И, пожалуйста, иди кушать. Ну, короче. Дианка пошла, сделала чай. Она молодец в этом плане. Она помогает мне, поддерживает. Ну, как бы этот. Даже в силу своих 14 лет. Она умный ребенок. Не буду ей готовить. Она же приехала к папе, а не ко мне. Короче, сделали вам рыбы. Теперь ее, походу, надо разморозить. Раз. Ух, так как, знаете, я не ем мясо, принес из магазина рыбу, овощи. Мне это очень приятно. Заботу почувствовала. Я как бы думала, не надо сильно тратиться. Ну, как для меня чужой человек, то цены такие нереальные. Начали собирать вот на выход. Попробуем узнавать больше друг о друге. Ну и просто провести приятное время на природе. И решили сегодня провести вместе с девочками день, поехать на природу. Поедим, позагораем немножко на солнце, проведем совместное время, чтобы чуть-чуть ближе познакомиться и сплотить коллектив. Как тут красиво. Ну, умели раньше копать и затапливать. Класс вообще. Место вообще шикарное, боже, такой красоты вообще никогда не видела. Гриша молодец, он с местом, конечно, угадал. Посередине разделить? Ну, да. Осталось дело за малым, еще тут мангал изобразить. Где наша баклажка? Если надо помочь. Яблоки тоже мыть? Да, парочку, по-моему. Я не настроена ничего делать. Все, что касалось готовки, я в этом не участвовала. Она будет заниматься готовкой. Она как бы приехала на проверку. Марина. Разлаживали вещи на пикник я и Диана. Ну и Гриша распаливал костер, понятное дело, как мужчина там тоже что-то делал. Одной Марине почему-то ничего не нужно и ничего она не делает. Ну, как бы я терпеливый человек очень. Абсолютно не хочу конфликтовать. Я выше всего этого, я умнее всего этого. Они не мытые, наверное. Их помыть, наверное, надо. Я точно не был. Я тоже не был. Значит, их помыть надо, Марин. Я не обращаю на них внимания, если честно. Она тут делает вот так, будто бы меня нет, вообще не существует. Так, типа, на... На... Боже, чтобы не заматюкаться. Ну, как бы безразлично ей. А с Дианкой нормально складывается общение. Она такая открытая девочка, добрая. Виту я поддерживала, потому что ей было немного сложно. А вы часто вместе выезжаете на пикники? Не, мы вообще на них... Вообще не ездите? Вместе не. А что вы не проводите время вместе? Мы проводим... Бла-бла-бла. Меня возмутило то, как она вообще не шарит в том, что надо правильно выбирать жрачку себе. Вот я реально искал девушку, которой мне не придется рассказывать, что ей делать, не придется, скажем так, воспитывать еще кого-то. Для меня это был минус. Бери, что знаешь, тебе же виднее. Мне бы очень хотелось, чтобы дома был чистый пол. Я не знаю, чем это делали те, с кем мне приходилось жить, но надеюсь, что ты знаешь. Хорошо. Меня сейчас просто как будто вселенная по башке бьет. Хотела же, да, мужчину, который будет все мужское брать на себя, а все женское на тебя. Пожалуйста, получите, распишитесь. О, все, смотри. Отдельно. Отдельно тряпки одеваюсь. Да не, надо брать вот эту обычную швабру. Да, что-то типа того. Вот это вот можно взять, вот это вот самый нормальный вариант.
На, попробуй. Это тебе удобно будет? Нормально. Саша как будто себя так показывает, как начальник, и я сама себя чувствую как подчиненная. Ну, как-то не нравится вообще мне это все. Бюджет, который у нас был, для меня был немаловажен. У нас был бюджет 3000 гривен на покупку еды. Если бы мы готовили блюда, которые мы с Владом привыкли есть, мы бы четко вписались в мой бюджет. С вегетарианским раскладом, не знаю, надо посмотреть, что с тобой получится. Все? Мы уже и так на 3000 скупились. Да ладно. Да. Нет. Ну ты так приблизительно подсчитываешь, да, что тут? Мне в голове калькулятор встроен. Ну, по ориентировочную сумму хотя бы, но ты, наверное, должна подсчитывать. То есть он, наверное, ждал, что я реально сейчас сяду и буду каждую циферку писать, но я не знаю. Мы можем накидывать так, ну, полно. Ну, значит, на кассе что-то отложим. У меня калькулятора в голове нету. Мы сейчас идем и прикидываем. Мы не берем самое дорогое, мы берем самое необходимое. Правильно, Саш? Я же ничего не придумываю на ходу. Схватила себя на мысли, что ты, наверное, сейчас перегнула. Мне кажется, это была более какая-то защитная реакция на то, что она либо не умеет, либо не хочет делать. Сбегаю таки гляну тофу. Мне интересно, как она на кассе ощущает, что там будет выкладывать, если не хватит бюджета. Поинтересно. Это неловкое состояние, я хочу как-то... Проверить? Да не, хочу наоборот там не присутствовать при этом. Когда у нас в корзине продуктов больше, чем средств в кармане, то выкладывать на кассе то, что мы не можем себе позволить, ну не камильфо, я так не делаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. $1565.22. Между прочим, в два раза. Супер. На мороженое хватит. Еще осталось, да, на мороженое хватит. Я думаю, что все остались довольны, да, если Владику купят мороженое. Мы на полбюджета справились вообще на 100%. Без фантазий, каких-то там непонятных авокадо, там еще какой-то фигне, которая требует много затрат. В итоге мы купили самое нужное. Посмотрим, насколько нам этого хватит. Когда мы ехали из магазина из Ашана, когда мы скупились, я уже ехала и понимала, что сейчас будет что-то неприятное, потому что он проговорил о том, что мы устали все, и я не знаю, как ты сейчас будешь готовить, мне тебя жалко. То есть сразу я ничего делать не буду, ты будешь стоять готовить. И я уже ехала без настроения, что сейчас, в общем, начнется. Мы первые порешили, да, что мы будем готовить? Почему? Я, в общем, предлагаю спагетти. Ты хотела попробовать вегетарианское, сделаем с соевым фаршем. Да, давай. Для вегетарианцев это уже нормально, а для нас это что-то новое. А можно я просто посижу и буду вам моральной поддержкой? Ты можешь даже полежать, пойти. Марина! Марина! Нет, вот так делать, пожалуйста, точно не надо. Мы ее морально поддерживали, потому что мы очень хотели сильно кушать. Я просто вегетарианскую еду не умею готовить, я ничем тебе не помогу. Огурчик можешь порезать? Да, давай. А как это вегетарианское блюдо называется? Называется «Багато балакает». Что? А это от тебя? Давай. Мне нравится процесс. У меня там вода. Я ничего не это. А досточка одна. А он остался, он стал резать, и в итоге весь салат сделал он. Ну как, с Владиком, но тем не менее. Все, я справился с этой задачей, я приготовил салат. Умничка. Спасибо большое за помощь. Ты так был уставший, но ты... Героически подошел к этому вопросу. Как это? Заметь, я приготовил... Добровольно-принудительно. Вегетарианский салат. Салат сделал я, порезал я, но это было несложно. Но мне было интересно посмотреть, что она может сделать сама. Можете тебя попросить мне помочь? Подойди, пожалуйста. Еще одно вегетарианское блюдо приготовить? Нет, просто одну минутку. Не больше, не дольше. Подержать вот эту штуку. Все, своей сильной мужской рукой. Давай. Аккуратно. Ты не смотри, это еще не финальный результат. Да? Оно похоже на... На кашу. Да. Нет, это еще будет сушиться.
Что с ним надо сделать, чтобы оно стало мясом? Я сейчас все будет, не переживай. Надо это, все зависит от нашего восприятия. Надо подумать, естественно, посмотри на кашу и представь, что это мясо. Ну, и все зависит от нашего восприятия. А чем мы будем заправлять салат? А чем ты хочешь? Только, ну, можно не майонез? Ты майонез тоже не ешь. Он же без мяса. Логично, ты знаешь? Не, ну просто интересно. Ты не ешь майонез вообще или просто тебе не нравится заправка майонез? А он из яиц. Так яйца, это что, мясо? А, это будущее яйца... мясо. Это месячные курицы. Месячные курицы. Да правда. С моей, вот, скажем так, точки зрения, это бред. Ты не созрел для серьезных разговоров? Да, когда она сказала, ну, надо поговорить, я так и не понял, что это там она имеет в виду. Юля не захотела остаться, решила уехать. У меня никогда такого не было. У меня все девушки в моей жизни, они, в принципе, какие-то более там, открытые. И я добьюсь. Я знаю четко, что нужно женщине мне. Поэтому сегодня я приготовил ей сюрприз. После того, как она будет ночевать у меня. Леша мне прислал смс-кой адрес. Я не знала, куда я приеду, что будет, что произойдет. Привет. Привет. Пойду. Вроде бы ненормально. Я подумала, что стоит человеку все-таки дать второй шанс, как бы право реабилитироваться. Может, он осознал, как он вчера поступил. Ты вчера сказала, что ты замерзла, и я решил сделать тебе подарок. Ух ты! Чтобы спасибо. Тебе было теплее. Спасибо, очень приятно. Маш, красивый под платье. Да, видишь, я как чувствовал. Угу. Я была очень тронута вот до глубины души. Подумала, о боже, это так замечательно. Я просто была в восторге. Я вот смотрю на Лешу, и я понимаю, что это он таким образом проявляет заботу. Тебя как-то вчера смутила так, ну, домашняя обстановка. Вот я хочу сделать сегодня для тебя сюрприз. Сюрпризы я люблю. Ты готова? Да. Идем. Это... комплекс, и там были картинки, что это дельфинарии, там какие-то ночные шоу, поэтому у меня сразу возникла мысль, что мы пойдем смотреть на дельфинов. Так, стой вот так вот. Можешь чуть-чуть приоткрыть, но не открывай. Еще чуть-чуть. Все, можешь открывать глаза. Ого! Сегодня у нас будет романтический вечер. Мне кажется, что ей очень понравился мой сюрприз. Она такая, вау. Было очень красиво, но чересчур как-то романтично, вот уже для второй встречи, не знаю. Я действительно не была еще готова к такому формату встречи. И немножко меня этот факт смутил. Ты что, больше любишь, лобстер или устрица? Честно говоря, я не пробовала ни то, ни другое. Давай сначала хочешь устрицу. Знаешь, это на втором месте афродизиак. Сейчас, ну да. И сразу глотать нужно? Можно жевать, можно глотать, не принципиально. Я жевать боюсь. Не бойся, она очень вкусная. Их вид, конечно, мне не внушал доверия. Я боялась, что если я попробую, что мне станет плохо сразу же, честно говоря. Ей 23 года, она молодая, красивая девочка. И не пробовала устрицы. Просто на самом деле, я, в принципе, пробовала все. Все, что в мире там существует. Там кенгуру, крокодилы, тараканы в Таиланде, везде все, что есть. Смотри, вот так вот берешь и просто выпиваешь. Ой. Очень вкусно, тебе понравится. Она такая противная. Не знаю, это, мне кажется, как жука кушать. Нет, жука... Ладно, все, я настроюсь. Живой? Не бойся, не бойся. Живой? Не знаю. Наверное, не совсем мое. Мне они совершенно не понравились. Мерзкие.
расскажи, что тебе вчера не понравилось? Почему ты, ну, вот, не захотела остаться? Знаешь, я не знаю, чувство неприятное какое-то. Неприятное я... чувство? Да, особенно чего? Вот... И тут я поняла, что Леша действительно ничего не осознал. Я не понимаю, я делаю все для нее, вот, а она вечно всем недовольна. Ну, я бы хотел очень, чтобы наши отношения как-то развивались, но вот в быту, в плане там вот там, вместе завтракать, вместе там что-то приготовить, чтобы мы там жили, ну, не в одной кровати, не в одной постели, просто вот в одном каком-то месте, чтобы мы могли как-то вместе строить там какие-то отношения, ну, там, в плане там готовить вместе, там, вместе приходить, уходить, ну, как-то... Ну, просто пока я действительно не готова. А что сделать для этого, чтобы ты была готова? Пока я не могу. Угу. Ну, это как в анекдоте, когда приезжает мужчина с женщиной. Первый день, там, тут ресторан, там, гуляет за ручку, все. Там, второй день гуляет опять. Она говорит: мужчина, вы со мной собираетесь вообще что делать? Я сюда не на всю жизнь приехала. А у нее наоборот, вот ей нужно вот, вот все это растянуть. Как, ей, как по мне, так нужно выяснять просто как, что, чего, куда, кому. Просто я чувствую, что, знаешь, что ты такая веселая, общительная, а потом вот как-то вот, ну, чувствуешь какую-то вот такую скованность, зажатость, вот она как-то появляется. То есть она вот тебе вроде вот как вот идет, все как естественно, а ты вот в какой-то момент просто закрываешься. Оно появляется, наверное, не без причины. Скорее всего, оно появляется вот когда какие-то, может быть, вот эти мои границы, я чувствую, что к ним подходят. Расскажи об этих границах. Ну, что тебе рассказать о них еще больше? Мне стало некомфортно, и мне даже как-то стало неловко отвечать снова на эти вопросы. Ну, но такое впечатление, что он меня просто не слышит, что, наверное, он видит только картинку, а мои слова для него ничего не значат. Я в процессе понимания, кто отвечает за ее, ну, вот, управление, потому что она сама не знает, чего она хочет. Когда ее спрашиваешь, как мне относиться, что мне делать, я не знаю, подождем твою маму, подождем твою мать. Ты мне скажи, я просто, может быть, не буду задавать каких-то вопросов, чтобы ты чувствовала себя комфортно. Я правда не знаю, что сделать, честно. Может, папа спросить? Это сейчас подкол такой был, да? Да, да. Да, да, позвоню папе, наверное. Вместе хочешь поговорим? Да, давай поговорим. А что, ты папе рассказывала что-то? Ну, естественно, я что-то папе рассказывала. Ну, как бы он знает, да, где я нахожусь, угу. Вот все. Ну, это поведение как папина дочь, у дочка. Я пытался, когда общаюсь с ней, пытался понять вообще, ну, как бы ее какие-то зоны там комфорта, зоны какой-то доступности. И понял, что, ну, как бы, что она не может принимать решения, когда у человека нет ни цели, ни желания. Находятся люди, которые становятся рядом и направляют. Женщина всегда интуитивно выбирает более сильного мужчину. И раньше мужчина как брал там за волосы, тащил в пещеру. Я считаю, что, ну, как бы мужчина должен быть сильным, он должен быть там настойчивым. Я думаю, у меня получится это сделать. Можешь встать, закрыть глаза, мне еще какие-то маленькие сюрпризы. Еще сюрприз? Да. А можно меня, пожалуйста? Не нужно, пожалуйста, Леша, мне... Я тоже могу следовать. Я ребенком себе чувствую. Что ты? Ты издеваешься, что ли? Место, конечно, подобрали очень классное. Что же это происходит? Вот это Как вас зовут? Галина. Меня Андрей. Очень приятно. Андрей, чем вы занимаетесь? Занимаюсь строительством. А ребенок где ваш? В Житомире. С кем? С мамой. С мамой хорошие отношения? С мамой хорошие отношения, да. То есть мы не конфликтуем. Да. У вас есть дети? Да. У меня есть сын и дочь. Угу. Дочери 30, сыну 34.
Молоденький еще. Еще молоденький. Имеет ли вообще для вас значение вот возраст? Есть какие-то рамки, однозначно. В юношестве было интересно попробовать женщину постарше, ну, которая, может быть, что-то покажет новое в плане секса. Ей, наверное, уже ближе к 50. В анкете я, конечно, написал, что для меня возраст не имеет значения, но я думаю, что я погорячился. Вы мне кажетесь очень спокойной, уравновешенной такой. Андрей, я вот все время говорю и девчонкам, и женщинам своего возраста, ведь с возрастом мы вроде бы и не становимся лучше, но мы должны получать какие-то дивиденды от возраста своего. Ну, хотя бы в виде мудрости, какого-то спокойствия. Эта тетя привлекательная, эта тетя симпатична, но как девушка, то есть она не для меня. Было видно его волнение. Андрей, мне бы долго не хотелось морочить вам голову. Могу вам сразу сказать, хотя надо было, наверное, выдержать какое-то это и еще посмотреть на вашу реакцию. Я Наташина тетя. И у меня вот это то, что было внутри, оно ушло. То есть, ну, такая расслабуха началась. Слава Богу, думаю. Надеюсь, что вы не обиделись, потому нет, что нет, она, нет. Она передала для вас письмо. Можете посмотреть его. Ух ты, красивый почерк. Привет. Извини, что я не приехала, а пришла моя тетя. Она все объяснит. Я же тебя и ребенка, или твоих детей жду в гости. Адрес на карте. Борщ на плите. Не задерживайся. Обещаю, тебе понравится. Круто. С борщом подкупила. Я люблю и красный, и зеленый борщ, но она не написала, какой меня ждет. А почему Наташа не приехала сама? У нее ребенок сейчас в лагере. Не совсем стандартная ситуация, поэтому она хотела быть поближе к нему. У нее проблемы с аллергией, слезы, насморк. Я подумал, что она хорошая мама, если она не оставила ребенка самого. А как любит Наташа, чтобы за ней ухаживали? Мне кажется, вы сами должны пройти этот путь. Ну, ну может, вы что-то... Нет, это пусть будет ее маленьким или большим секретом. Ну, прояви свою интуицию. Она романтична? Ну да, в определенной степени да. Наташе, ну, скорее всего, наверное, не понравилось бы, что он без цветов. Это я еду. Это, наверное, Одесса или Черноморск? Черноморск – это город? Да. Я, честно говоря… Ильичевск. Ильичевск. Угу, бывший. В Черноморске сравнительно недавно построили аналог Одесской Потемкинской лестницы, и вот Наташа будет вас там ждать. Я решил Аристарха не брать, потому что ни я там не был в этом городе, ни он не был в этом городе. Я не знал, какие там условия. Плюс ее тетя сказала, что она отдала ребенка в лагерь, поэтому я захотел с ней познакомиться наедине. Не задерживаемся, едем, чтобы побыстрее наконец-то ее увидеть. Здрасте. Привет. Мне очень интересно, как у вас дела, но мне больше интересно, видели вы или нет. Конечно, видел. И как? И не скажу. Да, здрасте. Разве тебе не интересно самой составить впечатление? Нет, мне интересно только некоторые факторы. Сколько детей, возраст, его возраст. Возраст нормальный. Да сколько детей? Ну, не пять. Один. Мне надо возраст ребенка, чтобы подарок подготовить. В два раза. В два раза младше Витьке. 5 лет. Да, да. А как зовут? Мужчину моего. Андрей. Андрей, привет. Андрей. А возраст скажите. А как голос, запах? Вы понюхали его? Нет. Сколько вы общались?
и не скажу. Галь, а как он отреагировал на записку и то, что он едет ко мне, а не я к нему? Да нормально. Во-первых, он не знал, что такое город Черноморск. Ага. Представляешь, какая оскорбуха? Для нашего любимого Черноморска. Обалдеть. Есть одна такая изюминка, про которую я тебе не скажу. Галь, если честно, из вас информатор вообще никудышный. А как отреагировал на ребенка? Отреагировал вполне нормально, так как он сам папа. Во всяком случае, не развернулся и не ушел. Да, спасибо вам огромное. Все, Наташенька, пока. До свидания. Сумасброд в голове, эмоции классные, трясет. Что я чувствую? Я не знаю, что чувствую. Я чувствую. Созрел для серьезных разговоров? Всегда готов. Когда Владик вышел из кухни, я решила перевести разговор в более серьезное русло, потому что мы все время наше проводили втроем с Владиком, и какой-то возможности поговорить более по-взрослому у нас не было. А ты вот говорил, что тебе нравится природа, и ты вообще хочешь жить в доме загородном, да? Да. То есть ты прям планируешь или так просто? Я прям планирую. Я хочу дом, я уже нашел, где он будет. Да? Да. Очень круто. А ты как? Где живешь ты, с кем? Ты же с родителями живешь или сама? Нет, я сама из Кировоградской области. Мама живет там. Ага. А я тут, в Киеве, снимаю комнату. А ты снимаешь вот комнату, живешь. А какие у тебя планы на перспективу, на будущее? К чему ты стремишься? Ну, на данный момент из всего, чем я пробовала заниматься в жизни, я понимаю, что мне нравится преподавать актерское. И пока что я ловлю кайф от этого. Не, ловить кайф, понятно. А перспектива какая? Тебе, ты же говоришь, что ты хочешь семью, хочешь детей. Конечно. Но от того, что ты кайфуешь на работе, больше денег не получится заработать. Мне просто интересно, это прибыльная вообще профессия и работа? Это, ну как, не очень, но мне для себя хватает. Угу. Все-таки мы же сюда пришли строить отношения какие-то между мужчиной и женщиной, а не подбирать себе партнера. Даже здесь, даже в личных отношениях, в романтических, у него прагматичная точка зрения. Есть ли какой-то финансовый рост у этой профессии? Я думаю, что нет, и я его не ищу. Нету? Я творческий человек, и мне, если я буду выбирать между работой, которая приносит доход, и работой, которая мне по душе, я всегда выберу ту, что мне по душе. Ее взгляд на жизнь абсолютно на все 100% не соответствовал моему. Я акула. Мне надо... Такая же акула, которая поможет мне найти косяк этой рыбы, его схавать. Ну и опять же, все-таки я считаю, не знаю, мы об этом с тобой не говорили. Я думаю, сейчас мы об этом поговорим, да? О чем? Я считаю, что обеспечивать семью должен мужчина. Не то, что должен, просто это ответственность. Ответственность – это все-таки мужское. А женское – это безответственность? Нет, это не безответственность. Ну, а это... как тогда? Теперь я могу спросить, а как ты считаешь? Да, можешь. Ну, а как ты считаешь? Я считаю, что твое мнение о финансовом вообще построении будущего абсолютно неправильно. Расскажи мне, пожалуйста. Мне кажется, что пока мы молоды... Мы должны пахать. Мы должны заработать денег, чтобы потом иметь возможность не работать вообще и заниматься вообще всем, чем захочешь, ну, видишь, имея тебя... на это ресурс. У тебя мужская позиция такая. Да. Ты прав. Я понимаешь? Знаю. Но ты прав с мужской точки зрения. Однозначно. А я, у меня другая точка зрения. Я не считаю, что женское дело пахать. Потому что если женщина пашет, она теряет свою женственность. Не перебивай, пожалуйста. Она теряет свою женственность. И потом ни один мужчина с ней быть не захочет. Зачем это кому-то надо? Я занимаюсь тем, что мне нравится, тем, что я люблю. Понимаешь?
как можно работать ради того, что вот тебе это просто нравится, но по итогу у тебя ни хера нет, ты не можешь себе купить хату, ты никогда не заработаешь себе на дачу, у тебя не будет хорошей дорогой машины, ты не повидаешь весь мир, но тебе нравится, что у тебя вот есть такая работа, ты вот работаешь такой типа полуовощ, не знаю, я этого не понимаю, но это мой взгляд. Я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, доживу ли я до завтра. Я не знаю, встречу ли я человека, с которым захочу. В смысле? Прямо? Ты знаешь, доживешь ли ты до завтра? Конечно, я уверен. Я нет. Я не экстрасенс. Я не знаю. Да зачем быть экстрасенсом? Я не знаю, встречу ли я человека, даже того, с которым я захочу завести семью. Я ничего не знаю. Я знаю то, что надо жить сейчас, здесь и сейчас, и быть, и кайфовать от этого. Это мое женское мнение. Если мне Вселенная предоставит возможность... допустим, заниматься тем, что я люблю, и получать больше денег, я с удовольствием буду это делать. Ну да. У тебя абсолютно классная позиция, мужская, но пойми, да, что женская может быть не такая. Ой, женщина — это любовь. Вот так вот, бах. Женщина создана там для любви. Я когда это услышал, у меня вообще просто мозги на бикрень повернуло. Девушки, которые созданы для любви, они работают по профессии на окружной. Там. Я вообще этого не понимал, даже смысла этих слов. На данный момент я вот так мыслю. Может быть, я поменяю свое мнение, там, не знаю, завтра. Но пока так. Ага. Я от того разговора вообще был в шоке. Меня ее жизненная позиция крайне удивляла. Ну, это тупняк. Это можно вот так отупеть на всю жизнь и так до конца и прожить. Это все полный оттас просто вообще. Меня возмущает, когда я даже об этом думаю, меня это просто кошмарить начинает. Скоро будем есть. Да. С этим нужно как-то смириться и продолжать дальше диалог, потому что понять, я тоже не идеален и далеко причем. И у меня тоже есть какие-то моментики, которые для другого человека могут быть тоже там невыносимыми или абсолютно непонятными. А чего вы не проводите время вместе? Мы проводим. Бла-бла-бла. Мне было неприятно, когда Марина обрубила разговор. Неуважение чувствую. Вита просто любит много говорить, заполнять пустоту и разговаривать, не знаю, ни о чем. Я видел, что Марина к ней относится с каким-то негативом. Я бы хотел об этом еще поговорить с ним, почему это происходит. Но сегодня решил промолчать, поскольку не хочу, чтобы они в край поссорились. Давай поиграем в эту штуку пока. Какой вылез? Ты умеешь играть? Да. Цель — за минуту угадать как можно больше слов. Играть всегда весело. Я надеюсь, что это поможет найти большее взаимопонимание. Мы по командам будем или как? 2-2. Мушкетеры и мамонт. Кто-кто? Вы старый, мамонт и старей. Престарелый, да? Ну ладно. Я не престарелая, так тихонечко. Тетенька, ну реально, у тебя плохие представления о возрасте. Ну, давайте, начинайте. Молодежь. Америка, да. Там, где музыка, там еще бухают. Клуб, да. Такой фрукт на попу похож. Перс? Да. Я бы не угадал. Каждый попу представляет по-разному. Фрукт, похожий на попу, их так много. Например, нектарин, груша. Он на форме. Пюре? Да. Пастины? Да, да. Дантист? Да, 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 да. Сум? Да. Все. Вы угадали 11 слов. У них легкие слова. Mm-hmm. Ты будешь объяснять или угадывать? Все равно. Ну ладно, я уже взял телефон в руки. Юг. Противоположность. Запад. Противоположность. Блин, ну никто же такой не будет встречаться. Хорошо, помнить всякую херню. Север. Молодец. Собака такая кучерявая. Артемон. Это... Порода. Проехали.
Давай, соберись. Давай, собралась. Круг по-другому. По-математическому. Овал. Циркулем, что ты чертишь? Она втупила, вообще не понимала. У них с папой нет коннекшена. С ней не о чем разговаривать. Ну, я надеюсь, папа это все увидит. Я не вдаюсь в эти мелочи. Меня интересуют плюсы и все. Как ей окружность. Все. Кто вы? Вы. Все, короче, давайте мы с Дианой валим к бабушке. Хорошо. Кто будет собирать? Раз, два, три. Чернея. Чернея. Это типа, кто разлаживал, то и собирает, да? Типа того. Оригинально. Кто насрал? Мне вот сегодняшний пикник, ну, как бы, и вообще отдых в целом мне понравился. Ну, как бы, вообще практически, как бы, без некоторых нюансов. Мы притираемся, мы узнаем друг у друга, как бы. Ну, конечно, огромнейшим минусом остается вот такенным. Это Маринино поведение, которое я вообще не понимаю. Это главный минус. Об этом хочу я поговорить с Гришей. Когда уже девочки ушли, когда уже никто наконец-то меня не перебил, мне захотелось поговорить с Гришей об отношениях в их семье. А вы с девочками только дома проводите время вместе? Мы можем съездить на море, но поскольку море у нас в 20 минутах езды, оно нам не интересно. Мы ездим туда максимум 10 раз в году. Могу сходить, вернее, съездить с ними в кино. Но мы не делаем это каждый выходной. У нас не так много выходных, как бы ни звучало так плохо. То есть мы проводим совместные выходные, ну, раз в 3 месяца, наверное. Да. Конечно, очень большая редкость. Ну, как бы у меня так в семье там принято обязательно семейный праздник. Я и дома с родителями, мы приходим, мы разговариваем друг с другом. Если вдруг мы сложимся, там сложится у нас как бы семья, то я хочу больше времени вместе, допустим. Они тебя не сильно утомили, что они там заговорились и засадили тебя? Не, этим абсолютно не утомили, но... А почему Маринка такая колючая? Ну, это не всегда. Чаще бывает наоборот. Ну, это не всегда, а наоборот. Ну, по-моему, все время она больше ежистая, чем... Добрая, хорошая, положительная девочка. И некоторые ее жесты и поступки, они непонятны в моей голове. Но она даже отвечает, это она ведет себя грубо, не как девочка. Просто отрубает все попытки даже с ней просто заговорить. Она все на корню рубит. У нее такое мое воспитание, что хво-мужское. Поэтому она периодически такой ежик, который может довольно сильно уколоть. Не знаю. Ну, возможно, это какая-то ревность. Я сильно повлиять уже не могу. Она уже типа взрослая. Ну, понятно, как влиять воспитал. Уже поздно. Да. Слышишь, но Дианка все равно же другого воспитания. Она-то совсем другая. Ну, она же была младше, поэтому она там жила с бабушкой. Я там в садик водил. Угу. Такое дело. Бабушка залаживала, короче, воспитание. Ну, да, да. Я что, сильно напрягла, Марин? Не, ну, как бы, ну, я не могу сказать, что она напрягла меня каким-то этим. Ну, если она сильно тебя зацепила, то извини. Она же взрослая девочка, что ты за нее извиняешься? Она же мой ребенок. Как... Дианка и Маринка мои дети. Значит, это пробел в моем воспитании. Это мое воспитание неправильно. Я поговорю. Нет, не обязательно с ней разговаривать. Ну, я с ней поговорю сама. Хорошо. Всему свое время. Я не хочу, чтобы Гриша вообще принимал участие в этом разговоре. Я не хочу, чтобы было так, что он, папа пришел к ребенку и сказал, так, ты себя плохо ведешь, ты вычитал ее и все. Она при том пришла себе, натянула улыбку и сказала, ну да, ты. И это было все наиграно. То есть я хочу, чтобы это было открыто. Если она готова решить эту проблему самостоятельно, это говорить, потому что человек готов продолжить отношения, узнать причину, почему это произошло. Что-то придумаю. Я знаю, что мне надо сделать. Ну, попробуй справиться. Мне бы понравилось, если бы они все-таки подружились. Плотно подружились. Я, конечно, постараюсь им в этом помочь.
Приезжаю я в Черноморск. Тетя мне рассказала, что она романтична, поэтому заехал, взял цветы. Взял красные розы, потому что мне нравится красный свет, и я подумал, что они понравятся ей. Я не знаю, эти эмоции просто переполняют. Чего я боялся, если вдруг девушка не понравится, то, возможно, пришлось бы ехать назад. Привет. Привет. Наташа. Андрей. Привет. Привет. Это тебе. Спасибо. Это тоже тебе. Спасибо. Выглядишь очень классно. Спасибо. Реально. Хочется тебя посмотреть, но как-то... Да, а может мне покрутиться, да? Да, да, покрутись. Кайфово. Спасибо. Фигура классная очень. Все, я начинаю краснеть, хватит. У нее было очень красивое платье, пудрово-сиреневое. Прическа была шикарная. Ножки стройненькие, красивенькие, такие, как я люблю. А где твой ребенок? Он остался в Житомире. В Житомире, да? Вот Изюм, да, тетя Галя говорила? Да, да. Получается, что тетя Галя жила в Одессе, а встретила своего будущего мужа, который жил в Житомире. Он ее забрал. Это и был знак. Он не взял ребенка. Сейчас мы наедине останемся. А как зовут твоего ребенка? Аристарх. Интересно, я буду выговаривать долго, но я что-то придумаю укороченное. Ничего сложного. Я сейчас выговорю это имя. Там было имя сложное, Р. Я забыла. Нет, я не забыла. Я сейчас выговорю это имя. На Аристарх, вот. А твоего? Витя. Витя? Попроще, но если Виктор, то тоже сложно. А ты лопухи, ты... как и я. Да? Да. Покажи мне свои. Вот. Ну, у меня торчит чуть-чуть. Ну, как у этого эльфа. Я иногда просто привязываю и беру. И я, кстати, у меня повязок есть, и клей. И клей тоже пользуется. Мне, кстати, этот комментарий понравился. Ты лопоухий. Я тоже лопоухий. То есть она не стеснялась этого сказать. Насчет цветов. Я не люблю красные розы, честно говоря. Я бы это не сказал чисто из-за того, что, возможно, это некрасиво. Она объяснила тем, что я скажу сразу, чтобы ты потом мне не носил цветы, и я себе не думал, что они мне надо. Предлагаю развернуть подарок. Давай. Ты любишь подарки? Да, я люблю очень сюрпризы и подарки. Держи. Спасибо. Та-дам! Разворачивай. Надеюсь, ты не чашка. Да? Нет. Некрасиво, да, я себя веду, наверное? Очень. А зачем ты сказал, что за подарок? Я спросила, а ты не довел сюрприз. Если что, на будущее доведи дело до конца и сюрпризы делай. Это символ. Китти. Читаем. Так, кошки – символ домашнего уюта и и благополучия. Охраняют дом от злых духов, приносят хозяйство. Все, я разучилась читать. Хозяевам удачи. Круто. Кстати, я в год кошки. Ага. Я тоже. А, ну значит, в год. Ну, привет. Коты вместе были два, а вот эти один котик отсоединенный. Как и у нас получилось. Мы сейчас встретились. А наши коты, один кот в лагере, другой кот с бабушкой. Кстати, у меня есть два. Это запах и голос. Хотя я тебе буду попозже, но голос мне твой понравился. Спокойный, несмотря что ты говоришь, что ты нервничаешь. Но мне как-то не совсем спокойно, мне до сих пор еще трусит, но как-то вот немножко отлегло. У меня тоже внутри вот похожие ощущения.
Но ты сказала за запах и за голос. Я хотел бы понюхать тебя. Я потом попажу. Почему? Не все сразу. Я так чуть-чуть слышу. Чуть-чуть. А я могу так чуть пошевелиться, ближе. И ты шлейф почувствуешь. Класс. Да? Вот да. А я тебя тоже сейчас понюхаю? Нюхай. Или сейчас как коты станем сзади и понюхаем друг друга? Я, конечно, не подхожу, не нюхаю девушек на улице, но я стараюсь услышать запах человека, с которым коммуницирую. Я услышал вот чуть-чуть запах, и мне недостаточно было того, что я услышал. Хотел услышать ярче, ближе и больше. Смотрел очень круто на меня, именно так вот, ну, как-то пробирающе, вот в глаза, сквозь как-то. Флюиды заиграли. Я не могу сказать, что он мне неприятен. Ну, у меня как бы там и бабочки в животе, и все такое. Чем ты занимаешься? Занимаюсь. О работе будем, да, говорить? Нет? Не обязательно, если не хочешь. Ну, я морж. Кто? Морж. Морж? Да. Что это значит? Купаюсь зимой в море. Такая девочка и ныряет в холодную воду. Как-то так удивительно было для меня. Ну, в общем, попробуем, может быть, это делать с ней вместе. Это работа или это хобби? Нет, это хобби. Я про работу пока не хочу. Я, когда разговариваю о работе, я становлюсь сразу серьезной. Понял. То есть это... А сейчас я вот уже такая лайтовая, расслабленная, и я вот хочу где-то юмора, где-то пошутить. Можем по увлечениям поговорить, про фильмы, про музыку, вот про что-то вот такое. А какие фильмы любишь? А я их не запоминаю, в принципе, романтику люблю. Пока что меня все устраивает, но и где-то чуть-чуть зажало, потому что я не знаю человека, то есть и надо было вот как бы с ней познакомиться. У нас тут такая романтика. Мимимишная. Ага. Романтичка, романтичка. Стас, сейчас за чай. Я приготовила пасту, ну, спагетти с соевым фаршем и с сыром тофу вместо пармезана сверху. Ну, как бы оно и выглядело как не вегетарианская еда, и я так старалась немножко есть, чтобы по вкусу оно было более-менее похоже. Так, твой липовый с одной ложкой сахара. Ну, вообще, я хочу сам вегетарианствовать. Пропустим. Ну, шо? Вкусно. Ой. Когда я попробовала вегетарианскую еду, мне понравилось. А это сыр этот, это... Он вообще тоже с соей, да? Да. Все соевое. То есть это любимая еда? Нет. На самом деле... Вегетарианцы. Заменителей мяса есть много. Можно из этого самого делать еще из сейтана, это такая пшеница. Короче, да, из всякой разной травы. Ну, а сам фарштик? Ну, так... Ну, тут как бы попробовал. Полная. Так нельзя. Ну, похоже. Угу. Ну, как, похоже сказать, вряд ли. Мне больше... Знаешь, на что похоже? На овощное сате, очень мелко порубленное. Да? Я даже сказала, на микроволновке. Не знаю, мне похоже на мясо. Я не могу оценить, как конкретно он действительно в тот момент, что он чувствовал в этот момент, потому что, с одной стороны, он все съел, а с другой стороны, он сказал, что для него это как овощи. Лично мне соевый фарш вообще одинаковый с обычным фаршем. И я друзьям готовила, они говорили, что, в принципе, особо не отличишь. С макарошками и с этой штукой это лажа. Мне жаль, что ей приходится это есть. Ты наелся? Я вот сижу себе и не могу представить, что я прихожу с работы, хочу нормально есть, но... Мне приготовят все, кроме мяса, и мне надо будет встать и готовить самому мясо. Пока меня это не укладывается, вот серьезно. Понятно, что нам еще узнавать друг друга и узнавать.
Просто есть моменты, которые я вижу в нем, и я действительно понимаю, что для меня это может стать ребром, и я могу это не принять. Точно так же, наверное, как и у него. Есть такие моменты, когда он смотрит на меня и думает, не то. Ну и скажу тебе вот откровенно, я бы навряд ли смог всю жизнь есть такую еду. Каждому свою? Да. А мне понравилось наоборот. Мне тоже понравилось, но... Но всю жизнь я смог бы их кушать. Смог бы, да? Ну, постоянно на траве сидеть? Да ты шо? Конечно, согласен. Не, понятно. Да. Когда мы так один день, я пострелил бы на тебя на пятый день. Без мяса, там, без сыра, без молока, без яиц. Было очень приятно, когда вот папа так сказал, что я бы так жить не смог. А Влади говорит, а я бы смог так жить, и мне понравилось, я бы смог так жить всю жизнь. Это очень, конечно, приятно. Я туда буду поддержать вегетарианничком стать, мелким-мелким. Господи, папа, прости, пожалуйста. Ну, мы с Мариной подружились. Мне нравится, да, с Мариной общаться. У меня очень хочется, чтобы их все сложилось хорошо. Что мы завтра делаем? Завтра еще у меня выходной. Предлагаю водичкой куда-нибудь. Если погода. Если погода. Держите. Спасибо, Женя. А если не погода? Все равно к водичке. А вообще для тебя отдых самый приемлемый – это какой? Я вообще очень люблю природу. Я в Киеве, кстати, очень долго искала место, где нет людей. Нашла? Нашла. Где? Это именно с выходом на Днепр, все, но там очень мило, очень красиво, и нет людей. И я могу либо одна побыть, либо в компании вот самых близких. Угу. А что? Что вообще одной можно, ну… Например, вот это место, которое я рассказываю, когда я туда хожу. Почему? Я, конечно, купаюсь, загораю. Но одна. И одна, могу одна. И медитирую тоже там же. Мантры слушаю и все такое. Мантры? Это, насколько я понимаю, своеобразная какая-то типа молитва, это да? Это на санскрите, типа? Да. Ну, на языке ведическом. То есть ты вообще тогда и не догоняю. Ты вообще верующий человек или, Ну, что такое верующий? Исповедуешь какую-то религию? Нет, какую-то религию так? Конкретно я не исповедую, нет. Нет. То есть ты Но веришь... я верю в то, что есть понятие Вселенной. Это связь всего, что есть на планете, что мы все связаны, что и люди связаны, и природа. Ну, то есть все-все-все. Вот это я верю. Для меня это не мелочь, потому что это мое мировоззрение. В существование, скажем так, высших сил. Ты веришь или нет? Верю, но... Богов, там, инопланетян, там, кто там еще чакры открывает? Я верю. Ну, давай без сарказма чакры открывать. Не-не-не, ну я, да, извини, так пошутил. Споры о религии. Ну, это так как-то... Я, смотря на него, у меня его образ в голове принижается. И мне нравится теория та, что есть другие миры. Планеты, можно миры, измерения. И там другие люди, их можно назвать полубоги. В ведах их называют полубоги. Но в существование одного дядьки, который сидит на облачке, я пока не верю. Ну а в этой религии вообще вегетарианство это какой-то обязательный шаг. Вот, например, в ведах, если брать, да? Вот а если ты вегетарианец, ты свой бог? Ладно, не перебивай. Нет, вегетарианский бог. Нет, ну вот если вот по ведам, да, то там разрешено из животного только молоко. Молоко разрешено. А убийство просто вот если ты кого-то убиваешь, там как написано? Если ты кого-то убиваешь, то в следующей жизни ты превратишься в его жертву, и он тебя убьет. Переживаю о том, что это может привести к тому, к чему привело много знакомых моих, которые начали банально с вегетарианства, потом подались в буддизм, потом начали заниматься йогой, потом начали слушать чакры, мантры. Они абсолютно стали другими людьми и побросали работу, побросали их жены или наоборот. По крайней мере, на том, что видел я, это только негативно.
моя девушка или жена, не дай бог, будет ходить с бубном и там петь Харе Кришна, я бы ее бросил бы уже, наверное, через 20 минут. Я скажу, как я начала это делать, я очень поменялась сама. Да? Я стала и добрее, и к людям, и счастливее, и все такое. То есть ты воспринимаешь это как поп? Нравится больше вот эта теория, и в нее как я чувствую. Не знаю, можно, ну, как бы ты можешь сейчас мне не поверить, но мне как-то вот, как не знаю, отклик изнутри. Я вот чувствую, что это мое, и все. Ага. То я там... Внутренний голос мне говорит. Ну, внутренняя пустота и внутренняя тишина мне говорит. Внутренняя тишина мне говорит. Вау. Оно, ну, оно невербально, ты понимаешь? Оно не, не словесно, оно просто, ну, я так чувствую, и все. Я так живу, как чувствую. Я был очень разочарован в этом всем. В любом случае, спасибо. И вам спасибо. Все. За собой убрать нужно. Ты кушать еще будешь? Нет. Посмотрим. Я не делаю сейчас никаких категоричных выводов. Я не говорю, что я там все, разворачиваемся и уходим. Нет, посмотрим. Посмотрим, потому что, опять же, мне много в нем нравится. И я вижу в нем много хорошего. Мы завтра попробуем просто поехать отдохнуть. Мы просто поедем к водичке, она тоже любит природу, и мы посмотрим, о чем мы будем говорить уже вообще в непринужденной обстановке, не первый день знакомы, и будет как будет. Я думаю, у меня получится это сделать. Можно стать закрепленным, мне еще поднимать сюрпризы. Еще сюрпризы? Да. А можно меня, пожалуйста? Не нужно, пожалуйста, Алёша. Да. Я не могу это делать. Я ребенка. Что ты? Ты понимаешь, что ли? Слушай, Лёша, ты не прикольно. Ну посмотри, что это происходит. Ну чего? Ну зачем это? Ну, пожалуйста, выпусти меня. Ну чего? Что ты сделал? Чего ты? Пожалуйста, сейчас... мне некомфортно. Чего ты? Мне некомфортно. Отпусти меня, пожалуйста. Ну зачем ты это сделал? Мне сложно как-то растормошить вот в каких-то ситуациях. Там, я к ней так и так, а она как-то раз и назад, как улиточка. Этим поступком я где-то даже хотел, наверное, стереть эту грань, чтобы она перестала бояться, чтобы она стала больше как-то открытая. У меня такое было там раньше, если бы я там хотел, чтобы там девочка там у меня осталась, и я мог там набрать воды, набрать джакузи, там все. Чувствовала, наверное, себя, я не знаю, как будто меня в окроп бросили. Это, наверное, можно сравнить, как будто, я не знаю, ты идешь по улице, и тут ты просто падаешь в лужу. Ты весь мокрый, грязный, и это очень неприятно, тебе неловко. Вот это было примерно так же. Плохо. Она просто вышла из номера, и у меня был ступор такой вот. Я не знал, что делать, куда бежать. Он улыбается и смотрит на меня, как ни в чем не бывало. Да, давай купаться, давай, почему нет, в одежде, это же здорово. Это, ну, странный поступок. Второй день видишь человека, и он уже... Розы, лепестки, ванная, тут, давай переоденься в халатики. То есть ты не хочешь остаться у меня дома, останься тогда здесь. Он и правда давит на меня. Ну, я же, мне кажется, что я проговаривала, что мне нужно помедленнее. Хотя, ну, если ты там хочешь узнавать меня, то это как-то не сразу все нужно делать. У него примерно такая ситуация с отношениями. Вроде я и хочу отношения, а что для этого нужно, не знаю. Мне сложно понять ее систему ценностей, вот, и понять ключ ее закомплексованности. Мне очень нравится, у него красивая фигура, у него красивое вот такое тело, у него красивые длинные волосы, у него красивая личико, ну, очень милая, хорошая, добрая, нежная девочка. Ее комплексы меня, ну, как бы не пугают, не ее там страхи какие-то. Я готов делать что-то для того, чтобы у нас были какие-то отношения. Я хочу, правда, поехать отдохнуть. Давай послушаем платье, чтобы ты не... Извини, я... Юль, давай поговорим. Юль, давай я сейчас помогу тебе, давай послушаем. Я тебя отвезу.
хочу извиниться за этот поступок. Я не думал, что он тебе так огорчит, расстроит. Я на самом деле, честно, хотел как лучше, хотел сделать тебе приятно. Извини, я просто тоже гиперчувствительный человек. Кирилл тоже такой, у него недавно в школе. А я пришел, а он говорит, расскажи, что случилось. Он такие сердечки делает из как пластилина. Вот, и учительница говорит, вот мальчик разломал его сердечко. Я смотрю, у него глаза на мокром месте. Просто понимаю, что он сейчас заплачет. И она рассказывает, то есть, казалось бы, вроде бы мелочь. Как бы его можно слепить другое. То слепить можно, а его сердце уже по-другому не слепишь. Хочу, чтобы мы все-таки остались вместе. Что, я имею в виду, что ты будешь в своей комнате спать. Если мы остаемся вместе, у меня тоже будет условие, что, чтобы не было никакого напора. Я тебе обещаю, что не будет никакого напора. Более дружеский формат. Да, более дружеский формат. И второе, то, что я хотел бы, чтобы мы провели завтрашний весь день вот так, как хочешь ты, так, как ты его видишь. Хорошо, давай сделаем так. Конечно же, мне было приятно, что он осознал, как он поступил. Я увидела, наверное, какой-то проблеск, наверное, понимания в глазах Лёши, что вот Кирилл, сын его, тоже очень чувствительный и ранимый мальчик. После отеля мы решили, что мы едем домой, и я уже перевезла свои вещи к Лёше. Я рад, что она останется здесь, она ей будет как-то комфортнее, у меня будет больше возможностей о ней заботиться, с ней пообщаться, дать ей доверие и взаимопонимание, которое она ждет и хочет. Так, ты кушать будешь или не будешь? Что? Ты кушать будешь или не будешь, потому что нужно будет после того, как ты покушаешь, через минут 15. Я тебе сейчас помою, чтобы... И грифлинозин после тоже последует. Сначала выпить это, а потом выпить это. Мне понравилась забота обо мне. Я заболела сильно, а Лёша мне помогает, ухаживает, следит за тем, чтобы я принимала лекарства. Я все же поняла, что действительно не все еще потеряно. Что, идем спать? Мне еще пока все смотрит. Завтра мы проведем время так, как она хочет, так, как она считает правильным, так, как будет, по ее мнению, правильным. Построим какое-то взаимоотношение, взаимопонимание. А я все равно сделаю все для того, чтобы мы остались вместе. Скажи, пожалуйста. В письме было написано, что ждет вкусный борщ на плите. Это была шутка. Сегодня я приводила себя в порядок. Я думаю, если бы я варила борщ, то немножко бы другой вид был. То есть вместо борща мы делали прическу. Я специально не кушал, пока ехал. Очень хотел борщ. Но, к сожалению, остался без борща. Но если она была целый день занята и подготовилась к нашей встрече, то я думаю, что можно простить. Я предлагаю пройтись и доехать ко мне. Ты, наверное, с дороги устал. Пошли. Уходите уже. Дай ручку. Интересно побывать на чужой территории. Увидеть, какая она хозяйка, посмотреть, как у нее обустроен быт. Мне он понравился, Андрей. Приятный. Вот именно этого я хотела человека. Мне показался он комфортный. Не могу сказать, он мой, но первое впечатление крутое. Тебя разуть? Давай. Да? Классная татуировка. У меня появилось к Наташе какое-то чувство близости. Было желание прикоснуться. Обувь снимал. Хотя я...
сначала феминист. Я, мне не надо цветы, мне не надо романтика, не открывайте передо мной двери. А тут как-то я расслабилась. Чувствовала себя девушкой. Мне захотелось романтики. Вот так вот я живу. Угу. Светленько. А что вот там? Я покажу. А там Витина комната. Симпатично. Спасибо. Убрано. Чистенько. Ну, я старалась. Просто вчера мама приехала ко мне, убрала в домик, чтоб маме стыдно за меня не было. Это уютненькая квартира. Ну, это такая по-домашненькому. Я бы сказал, семейная квартирка. Может, за знакомство? Давай за знакомство, да. Наши глаза как-то соединились, и все. Было ощущение комфорта. Мне было приятно сидеть. Конечно, начали играть гормоны. Было желание обнять. Первое свидание, и не знаю, как-то не могу себе позволить такое. У тебя есть фотка? Есть. Покажу вам? Сейчас. И попрошу тебя тоже показать. Да. Прикольный и морной. А цвет волос русый, да? Ну да. Есть сходство с тобой. Угу. Показывай своего. Симпатично. А чем ребенок занимается? Увлечение? Ребенок играет в футбол. Футбол? Да. Когда он говорил про Аристарха, у него была улыбка в глазах. И такой даже немножко, и вроде как и скучает. Сразу меняется человек, когда разговаривает про своего ребенка. Мне это было очень важно. Мы брейком. Брейком? Брейк-данс. Да. Прикольно. Видео есть? Есть, да. Покажи, покажи. Это я попозже. Просто сразу как-то это. Ого. Это ты? Да. Симпатичная попка. Но это опять показало о том, что она такая веселенькая девочка. Мне бы захотелось посмотреть на этот танец вживую. Ты, наверное, голодный, да? Ну, суши я заказала, но они, видишь, как, ну, вот, идут. Ничего себе. А ты ешь? Кушаю. Она позаботилась о том, что, чтобы мы не остались голодные. Мне было приятно. О, вот и суши. Алло. Да, спасибо, сейчас. Да, давай я выйду, заберу. Да. Давай я выйду, заберу. Ага, да-да, да-да-да. Все, открываем. Заплатил за суши я. Я считаю, что это нормально, когда мужчина платит за женщину. Давай я тебя покормлю. Кстати, суши вот на людях я вообще не умею кушать. Так будем учиться. Нет, это я в тоже. Плане, это же надо открывать широко рот. То есть брать. Давай, будешь открывать широко, я буду туда их закладывать. Только по одной. Какой ты хочешь стартовать? Вот это. Хочешь посерединке? Вот эти. Ну, принципиально. Ну, давай. Так, широко открываем рот. Можно надо было смочить, ну ладно. Извини, пожалуйста. Нет, просто сейчас не наляпай на меня, прошу тебя. Давай. Флюиды начали просыпаться. Я когда тебе давал, я сам захотел. Угу. Можно я следующую скушаю? Давай. Супер, давай. Да, тебя я кушаю. Давай скушаем одинаково. Давай мне такую же, как ты скушал. Давай. То есть, если я отравлюсь, значит, ты тоже отравишься? Да. Окей. И умрем в один день. Ой, это что? Это моя мечта. Мечта? Ну, ой. Только не сегодня. Завтра. Ты открывай рот.
Опа, умничка. Это была игра в какой-то степени. Мы ухаживали за друг другом. И делать это было приятно. Спасибо за суши. Здоровья. Спасибо за уют. И за прекрасный вечер. И мне очень нравится сегодняшний вечер. Мне как-то с тобой спокойно, комфортно. Я очень рад этому. И это взаимно. Мне очень уютно здесь, в твоем доме. Очень приятно находиться рядом с тобой. Очень рад, что смотрю сейчас в тебя в глаза. С первой минуты было это ощущение сказки буквально не круто, и пускай весь мир подождет. И еще вот в том плане, как бы, ну, ты видишь, я живу одна, и тут, в принципе, место для меня и для ребенка, и сугубо. Продумывала план, как вы будете спать. Думала, если ты будешь с ребенком, то я вас поселю здесь, сама на Витиной кровати. Так как ты без ребенка, но ты, в принципе, гость, но ты мужчина. И вот у меня дилемма, где кто будет спать. Я перекладываю эту обязанность на тебя и реши, где ты будешь спать. Был же вариант, чтобы лечь на Витину кровать. Но я хотел прилечь поближе. Так что, к тебе стелить будешь спать у моих ног? Да. Да? Окей. Да. Буду спать у твоих ног. Хорошо. На самом деле, я знал, что или через день, или через несколько дней мы окажемся вместе в постели. Это был комфортный вечер, эмоциональный вечер. Он был приятный, он был интересный. Мне было приятно провести его с ней. Вечер очень крутой был и понравилось. Храпишь ночью? Да, я думаю, что ты даже не заснешь. Да, ну я тоже, если что. Андрей меня взял за руку, ему получается, он на полу, и я на диване, но руки были вместе. Сегодня ночью, я думаю, мы будем разговаривать, мы будем много разговаривать. Ну, то, что вы думаете, у нас не будет. Дивіться за тиждень. Я как голодный ждал, что увижу ее в купальнике. У нее красивые ножки. Но это же все нормально. Все мы люди, даже животные поруются. Я решил попробовать с ними то, что не пробовал сам. Ну, ты придумал, конечно. О, получается! Марина, я просто ржал. Ты же потом выходишь, идешь, работаешь. Освобождается куча денег. Ну хорошо, давай тогда каждый раз, когда будет вырастать новый ребенок, будем, короче, выгонять и нового рожа. Я не понимаю, в чем прикол? Это Юля. Это мама. Как на проекте оказались? Я что-то так не можешь найти. Себе молодого человека, что ты подалась? Не совсем те люди встречались мне на моем пути. А какие те должны быть? Я Отрошко Олександр Федорович. Мені 37 років. Дитина – найближча людина, яка в мене є. Це вона. Ого, нам повезло. Ніжки в неї гарні.